Еще средняя бывает. Сложность? Да, бывает. Потом профессионал будет, я тебя уверяю. Да я на обучении еще умер. Ты еще не знаешь, что такое профессионал, демон в школе, в коридоре. Вот ты поймешь это, когда. Ой, это... все, не надо, не хочу ничего понимать. А что брать с собой надо, братаны? Я новичок, ты первый раз. Вот эту желтую херь взять, это термометр. Если, короче, температура опустится ниже 13, все, в этой комнате призрак. 13 градусов только что где-то заметил, подожди. Так, подожди, а, нет, там это... еще одна кукла Вуду есть. Возьми куклу в руки, возьми. Все, поздравляю, ты первая цель призрака. Иди, зачем ты это сделал? Смотри, если найдешь ноут, телефон, забирай все, это нам за это заплатят. Не, ну, конечно, я продам. О, стой, 9 градусов, 10, все, это комната. Что говорить? Как его вызвать? Его сосайн, where are you? Стой, сейчас для русских можно на русском говорить. Этот, братан, пожалуйста, типа, я не знаю, выйди там, короче, да? Правда, лягушка или как там? Он меня нахуй послал, он вообще не хочет со мной разговаривать, походу. Гивер сосайн или как там тебя? Покажись, пожалуйста. Его сосайн. Гива сосайн. Как его зовут? Как его зовут? Ой, блядь, он что сказал, нет, нахуй? Нет, откройте! Нет. Короче. То, что ты сейчас слышал, это его ответ. Это одна из улик. Нажимаешь на J английскую, там будет журнал. Ага. Проматываешь все страницы до конца и ставишь в уликах радиоприемник. Включи свет. А, пароль лягушка означает полную сраку, окей? Когда он атакует, по радио нельзя говорить. То есть вообще, только так. Отстой, потому что я буду в радио орать. Короче, это лягушка, и ты должен спрятаться в шкафчик. Да так вот, что... свет мигает, свет мигает! Лягушка! Лягушка! Я закрой понял. Шкаф, закрой шкаф! Жопа. Это лягушка! Это лягушка, шкаф закрывай! Пиздец, сзади что-то идет! Это призрак! Это призрак, убегай в шкаф! Да там нету места! Это лягушка! Это лягушка! Сейчас я иду на место! Закрывай! Давай! Давай! Ты до конца! А до конца! Блять, как мы поместились тут? Короче, если ты сложишь... Что это такое? Я заметил, тут парящий... это тарелка с ножом. Ты тоже это видишь? Да, да, это полтергейст, стопудово. Он телепатией там поднял вещи. Но, возможно, это баг. Да, я не знаю, что тут думать. Я не знаю, как правильно. Это баг или фича? Кстати, походу нашего сожрало, потому что... А, не отвечает. Чарли 1, я Браво 2. Свет мигает, свет мигает. Ну, если фонарик не мигает, то это не нападение. Чарли 1, я Браво 2. Я заметил летающий фотоаппарат. Кажется, он остался от нашего убитого товарища. Он не регистрируется на фотографии. Так, мы идем в той этап. Принято. Как насчет того, чтобы просто взять и проверить первый этаж? Так он тут. Ну мало ли там, просто мы эти улики найдем, документы. Он прям вот здесь вот получается, да? Oh, hi, Mark. Блять, я его заметил, уходим. Он так дернулся, я такой, знаешь, просто левой кнопкой мыши начал ебашить, а она не фотографирует. Я сфотографировал уже после этого, у меня даже фотка от этой батареи есть, уже поздно было. Оранжевый, иди, иди, давай теперь ты будешь фотографировать, я пойду на стрёме с тобой, у меня бита есть. Вот тут он, вот тут он был. Вот, вот, прямо тут. Ты чё музыку включил? Наверное, это нас четвертый пугает, он не умер, он все это подставил и прикалывает. А где мое распятие? Блядь! Минус мое распятие. Он его съел. Я предлагаю всем выставить джина просто и сваливать. То есть на отъебись поработали, да? Съебаем отсюда. Короче, тема такая, нужно выдворить мертвую учительницу, чтобы она не ставила двойки, все принято. Кто со светом играет? 10 градусов, тут 10 градусов, 9 градусов. 6 градусов, 6 градусов. Было, было, вот, 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 прям, вот, 6 градусов. 2, 2, 2, она прям передо мной, она просто вот прям передо мной, похоже. Ставьте камеры, ставьте камеры. Это Лиза Томас. Лиза Томас, can you hear me? Минус 3 почти, минус 3, минус 3, пизда. А как будет по-английски, дай нам знак. Блять, пиздец, убегай, 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 убегай. Уходи. Блять, братан. Давай, быстрее, быстрее. Что там случилось? Рассказывай. Да он топнул рядом со мной и крикнул на ухо. Что он крикнул, скажи? Лиза Томас, дай. А, понятно. Не, нормальная температура, она походу шла. А, нет, минус 9, блядь. Пизжу, она слева, слева, слева.
А, нет, вообще, вообще везде, минус 11. Выключите там фонарики все, задолбали, я хочу на призрачный огонек посмотреть. Принято, выключаем фонарики. А, выключ... есть призрачный, огонек есть призрачный. Лиза Томас. Я весь. О, бляха! А, мне показалось или что? Подожди. Аф, сука, я растение я испугался. 26 секунд будет нападать. Через 26 секунд будет нападать. Сейчас это есть. Лиза Томас, ты меня слышишь, да? Дай, 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 дай. Что тебе дать-то, блять? Лиза Томас, kill me, please. Лиза Томас, kill me. Kill me. Нет ответа, блять. А что у нас по общей активности? По-моему, ничего. А, не, что-то уже, что-то происходит. О, окей, идем, идем. Что-то происходит. Идем, идем. Как бы нам ее, сука, вот... Как бы нам ее, блядь, спровоцировать? Give us a sign. Give us a sign. Пизда, о! Нахуй, пизда просто! Я сфотографировал! Блядь, вот она, фотографируй! Нет, куда это меня? Мне хана. Сваливайте! Да я не могу открыть! Она пизданная за тобой! Она меня за мной! Нет! Я... И нахер! Пизда, блядь. Доигрался, котенок больше срать не будет. Ебать, она меня отстегнула. Специально для вас купил три гребаных термометра. Три. У меня есть для вас новости. Ее зовут Дороти Томпсон. Окей, это, возьми ключи. Ключи возьми. Сейчас. Ее зовут Дороти Томпсон. Рассредоточились, давайте включим свет для начала. Минус 2,5 было. Где? Минус 2,5. Вот в этой. Да, мы нашли первый этаж, идите направо. Отойди, я камеру поставлю. Подожди, а где? Иди их встреть. Камера поставлена. Звонок звонит. Понял, иду 8. Минус 8, я даже в комнату не зашел. Вот, он тут где-то. Вот он. Вот эта парта с книжкой, видать. Штатив, дай. Ответьте. Ну, отвечайте. Да, видите, там, где камера первая стоит без штатива, он там, короче. Да давай до 18-й вот так вот пролистай, вон призрачный огонек. Ага. То есть это фантом Мара или Юрай? У меня, если что, есть камера с собой и микрофон. Сейчас заиграем, блядь. Can you hear me? Ой, блядь! Блядь, он мне что-то на ухо сказал, все, пизда. Там пятый ЕМБ был, сваливаем. Заходи. Can you hear me? Я не зайду. Заходи. Нет, ты первый. Can you hear me? Томас Морган. Нет ответа. Блять, он двери закрыл, нам пизда. Фу, блять, дебил, ты чё? Я вижу, как там этот чёрная башка вылазит, я такой обосрал. Ставь свечку просто чисто на упокой, блядь. Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Нахуй ты выключил свет. А нет, да, это не свет выключил, нет, это он, я его слышу. Фоткай, где-то тут. Пизда, блядь. Три. Так нет. Не, он от ответа, нет. Подожди. Все, нам, смотрите, следы, на соли. Где? Я уже фоткнул. Вот. Блять, я тебя сфоткал. Ну отойди. Все нормально. Два, нормально. Покажите. Два живем. Стойте на пульте кто-то. Покажи себя. Один. Он сказал here. Он по диктофону отвечает. Томас Морган, have you old? Томас Морган, you're die? Томас Морган dead? Он что-то кинул. Kill, он ответил kill! Он ответил kill! Томас Морган, кто ты? How are you?
Уходим, уходим, уходим! Не, нормально, я насерил в штаны немного. Блять, у нас минус один! У нас минус один! Он тут! Где тут? Тут это где? Он там вот был! Сюда, сюда встаньте, фоточку. Давай, давай. А сейчас там, понял, а потом мы проявляем фотку, а он сзади меня, и типа, и все, экран гаснет. Бля, школа заебись, карта, мне нравится. О, мы все выполнили, Мара осталась. Чекай первый этаж. Я в гостинице. Блять, ебанутые тени просто в этой игре. Я что-то слышу от него. Призрак, призрак, отозвись. Ты нет, ей... ты должен на лестницу идти. Я не на лестницу не пойду. Как тебе зовут по-украински, будь ласка, скажи. What is your name? Ему похуй, он мне отвечает. Ну там что-то было или нет? Не, ноль эффекта. Просто все скрипит и мне страшно. Give us a sign, скажи, give us a sign. Сосай куда сай, гивор сосай. На русском говори, дай мне знак. Дай мне знак, покажи мне силу. Ой, ну что то дай мне знак. Да нет, там что-то начали какие-то тени появляться, то ли мне кажется, я туда больше не пойду. Короче, сейчас пойдемте заново проверим нормально. Что-то вибрирует. Я нашел планшет. О, это Apple. А, нет, сорян. Денег не дадут. О, 13 градусов было. Ну, 13 градусов, это нормально. Минус 9 было вон в той комнате. Минус 11. Дайте оборудование принесу. На штатив еще принесите, там штатив. О, радио заработало. Уходим, я его заметил. Уходим! Он тут! Вам жопа! Ребят, вам жопа! Убегайте! Нет, меня сейчас убьют! Кого выставляем? Не бросайте меня, вытащите! Нет! Не уходите без меня, заберите меня отсюда.